За мой толстый хуй, понял? Сюда! Баба не поняла нихуя! Ебать! Да! Я в ахуе. Ебать! Уилл Смит ебучий. Именно, с огромным кайфом, понял? Влада чепуху видел? Тоже за чепуху бан на полчаса, братан. Ты не думаешь, я тут шутки шучу. Надо субординацию соблюдать, малыш. Чепуха у тебя папа. Понял твой? И вот чепуха тоже. Сегодня у нас стрим приурочен к тому, что я купил вот такую бутылочку вина замечательную. И мне стало грустно, типа, распивать ее самотужки. Вообще настроение. Вот когда я говорю, что у меня плохое настроение, по сравнению с этим настроением, которое у меня сейчас, это были вообще детские сказки. Я как будто ментально на самом-самом дне, понимаешь? Именно самое дно, днище. Я даже видеть никого не могу, понимаешь? Я вижу людей на улице, вышел просто на улицу, блядь. Я вижу людей, мне вот так хочется спрятаться просто от них, понимаешь? И я уже третій день бухаю вино, ну как, випиваю. Бажаю здоров'я, Владоса, у мене сьогодні день народження, дякую, що о, підробив стрім. Спасибо тебе за 55 і за те, що в нюху свою прийшов ко мне. Привет тебе, огромный, з днем рождения, поздравляю. Если ты хочешь хорошего настроения, то тебе не сюда, братишка, я тебя хочу немного остеречь, предостеречь точнее. Если хочешь хорошо провести время, на днюху свою лучше, ну, уходи отсюда, блин. Снюхай, поздравьте, пожалуйста, от души человека. Ой, ебать, я посмотрел эту хуйню с папичем, ебать, авантюра, где он выбирает тяночек, конкурс красоты. Мне прям страшно за них было, если честно. Но это на максимально античеловечный контент. Не знаю, мне было... Вы знаете, первая реакция — это кринж полный, максимальный. А вторая реакция, что, ну, что я смотрю, зачем они это делают, это же ужасно. То есть они, папич стоит и просто в лицо девушка говорит: вот у тебя огромный нос, у тебя огромный рот, мне не нравится. У тебя там фигура, типа руки, там ноги. Типа what the fuck, и они же, ну это же личность, это же человек. Нахуй они сюда пришли, во-первых. А во-вторых, какого хрена они позволяют себе такое говорить? Позволяют ему такое о себе говорить. Единственная нормальная реакция была у мулатки вот этой. С пышными губами. Она сказала, что она араб. Это она сказала. Вот, она отходя просто, ну, типа, сделала такую мину, что, типа, сразу все понятно. Закулисная атмосфера сразу стала ясна. А когда они, блядь, рофлы вот эти говорили, папича со стримов, мне просто захотелось вот так закрыться просто. И это страшно, блядь. Когда этот хрен пел свою песню дурацкую, под залупой творог собрался, ребят. Ну, это просто, я не знаю. Еще локация такая, просто белый фон. Максимально неудобно смотреть, максимально не... Ну, как? Ну, дешево, что ли, я не знаю, они, походу, сэкономили слишком сильно. Ну, просто белый фон, ван вин тут, ван вин тут, ван вин везде, блядь. Ну, не знаю, это просто странно было. И самое интересное замечание, что в кадре 18 человек, понимаете? Когда они танцуют, ну, около 15 людей. Папич, Вихарьков и еще этих девиц, красавиц. Сука, ну, больше десятка. И никто из них как бы не заинтересован в том, что... Ну, им всем не нравится. Это супер странный контент. То есть никто из них не заинтересован сделать шоу хорошее. Всем похуй. Они все отрабатывают свои деньги. Страшно, страшно, блядь. Ой, да. Ой, хорошо, соловинца попил. Что там с маэстро, вырешив все, чи что там? Ну, я говорю сейчас с поддержкой, там одно сообщение раз в полутора, блядь, как сказать, полтора дня, короче. Ну, очень редко отвечают как-то вот так, типа. А вы читали правила? Да, я читал правила. А вы точно читали правила? Да, я читал правила, верните, пожалуйста, музыку. Да-да-да, конечно, но мы не можем вернуть музыку. Почему? Что за хуйня? Спустя два дня, типа.
А вы почитали правила? Вот ссылка на правила. Напишите жалобу еще вот сюда. Типа, это уже третий, как бы, по счету, как бы, адрес электронной почты. Напишите еще сюда, сюда и сюда. Короче, насколько я понимаю, они скидывали ссылки разные, и походу они быкуют на то, что там, видимо, какие-то сэмплы не понравились им. Кто-то правообладатель какой-то, может быть, объявился, я не знаю. Но все претензии, походу, походу, предъява именно... Но они, опять же, это как YouTube, они никогда не скажут тебе: братан, в этой песне нам не нравится вот это и вот это. Они всегда будут тебя засыпать какой-то водой ебаной. Понимаете, о чем я говорю? И насколько, да, я понимаю, то есть бой там, да, действительно, возможно, это из-за сэмпла, потому что я его спер из какого-то мультика старого очень. Там, ему лет 40 или 50 этому мультику. Вот это тю-тю-тю, тю-тю, мне хочется, чтоб ты зашел, брат. Вот. Так тебе же трусни пришло. Вот именно, я сам не понимаю нихера, братан. Может быть, они пожаловались на авторское право. Но в маэстро я вообще не ебу в рот, если честно. Что там с авторским правом, какой именно трек. Я всегда аккуратненько режу, типа, ну, целыми кусками не пизжу. Один раз спиздил трек, разве что. Ну, полностью практически. Ну, я его там пиздец обработал, но... А так я стараюсь его, блядь, чтоб хуй кто узнал. Да, такая хуйня. Натуралы хотят унижать и уничтожить исполнителя. Да, блядь, мне похуй. Помахай в камеру, здорово. Как стоп-слово выйдет, они так охуеют, что заткнутся просто. Понимаете, о чем я? Это будет лучший альбом. Привет, Владик. Что с альбомом «Маэстро»? Почему удалился со Spotify? Да никто не знает почему. Но я писал в Телеграме, в Телеграм-канал. Письмо туда, ну как... скриншот маленький из письма. Я разбираюсь пока, непонятно. Мне уже пишут много людей. Пока есть варик только смотреть, ой, слушать на YouTube. Пока других вариантов нет. Я думаю, что в лучшем случае это еще на пару месяцев, а в худшем вообще навсегда он исчезнет. Но я подумываю уже на кассетах его перезаписать, кстати. Каких-то, или на дисках, не знаю. На физносителе, чтобы никто больше не посмел его удалить, понимаешь? Да. Тапаем по экрану. Они завидуют. Я не знаю, что у них там в голове. Я говорил с несколькими уже представителями Дистрокида. Они не заинтересованы как будто в решении моей проблемы. Они мне отоваривают. Ну, как YouTube, типа, как Twitch. Любая такая залупа корпорации. Они говорят: ой, а вы читали правила? Ой, ну знаете, у вас проблемы. Я говорю: что конкретно? Скажите, что случилось? Ой, ну знаете, вообще-то ваш запад будет удален через 48 часов. Есть еще вопросы? Я говорю: да, есть вопросы. Типа, почему удалили релиз? Скидывают ссылку на вот просто 500 миллиардов строк соглашения, которое никто никогда не читает. Я говорю: ну так а что конкретно? Скажите, блядь, зачем удалили релиз? А вы скиньте нам, пожалуйста, название и обложки. Скинул. Вот, что случилось, почему удалили? Спасибо за обращение. Еще вопросы будут? Да, будут. Где мой релиз? 4 года прошло. Его люди любят. Я его люблю. Что за хуйня вообще? Что происходит? Причем тут российский Роскомнадзор? Да, спасибо за обращение. Спасибо, что пользуетесь Дистрокидом. Мы попытаемся решить вашу проблему в течение недели. Еще будут вопросы? Ну, вот такая хуйня. Купил, короче... Ну вот, рецепт новый придумал. Покупаю вот такие вот штучки, 30 гривен стоят. Хлебцы. И с медом хаваю, ебать, муа, просто перфекто. Но купил случайно с солью, блять. Я ем сладкий мед с солеными крекерами, потому что я их уже купил, надо съесть, потому что как бы... Будет в заднице зудеть, если ты их не съешь. Купил и не ешь, типа. Потом купил попробовать дорогие, за 50 гривен, вот такие. Думаю, тоже с медом поем, вкусно, пиздец. Потом читаю о вочеве, блять, понимаешь? Ну, короче, дважды облажался с хлебцами. Но нельзя, не гоже. Я сегодня полбагета выкинул, мне прямо аж сердце ёкнуло. Потому что я вчера купил багет целый, понял, теплый, не удержался. И с хумусом хавал, но схавал половину только, потому что...
ну, не влезало больше. И забыл о нем до сегодня. А сегодня трогал, он уже черствый, как сухарь. Пришлось выкинуть. А хлеб выкидывать нельзя, пришлось креститься, блядь. Понимаете, о чем я? О, здравствуйте! Здорово. Приятно увидеть интеллигентного человека. Какого? Интеллигентного. А. Ну просто сейчас до вас просто мне пацан орал, что типа вы все зассали, короче, и там матерился, такое нехорошее говорил вещь. Прикольно. Ясно. Угу. Мне тоже было прикольно. Как зовут? Ну не нравится. Меня? Ну да. Типа ты пошутил? Ну это такое, типа, когда... комедия. Ну хорош, хороший юмор. Меня зовут Андрей Шарыпов. Приятно, Андрей Шарып. Можешь забить в интернете. Так, я так и сделаю. Давай. Забей. Андрей Шарыпов, актер. Шарков. Не-не, Шарыпов. А тебя как зовут? Паша. Угу. Ну, действительно. Паша. Я в Москве, Паш, ты где? В Киеве. Угу. Так вы враги наши получаетесь, Паша. Не любите нас. 26 проектов. Плейлист там больше там, да. Алжир, что это за фильмы? Золото 2. Ну, так кино-то русские фильмы. Банда Зигзаг. Это что за параша вообще? Что ты снимаешь? Охеренный фильм, брат. Охеренный фильм. Ну, тебе так кажется. А ты чем занимаешься, кстати? Дед. Чем торгуешь, Паш? Телом. Чьим? Своим. Ну как? Нормальный заработок? Год. Сколько тебе лет получается? 70... 55. Сколько? 55? Угу. Нормально. Ты типа меня подкалывать пытаешься или что ты делаешь? Я не понимаю. Чего? Я просто инфу... Ты сказал загуглить Андрей Шарыпов, но ты, видимо... Ну загуглил, ну да. Я тебе сразу представился. Гордишься собой. Ты мне не представился. Я говорю о Паше. Я горжусь собой. Ты Паша, я понял тебя. А я Андрей Шарыпов. И все. Ну, в чем проблема? В чем проблема-то? Андрей Шарыпов. Давай поговорим. Да. Вот, смотри, что ты? Я русский. Ясно. Ты нас русских не любишь? Я вижу, Паша. Ну, мне ты не нравишься почему-то. Пока не могу сформулировать, почему, но ты мне не нравишься. Слушай, а ты мне как бы ровен. Ты мне нормален. Типа, ты обычный человек. То есть нет такой ненависти к тебе или неприязни. Я же говорю про ненависть, я говорю, ты мне не нравишься. Что за ненависть? Ну, вот. У тебя предрассудки, что ли, какие-то? Ты, видимо, БДСМщик. Ну, хочешь, чтобы тебя ненавидели, били плеткой или что? Слушай, если я тебе не нравлюсь, ну ладно, тогда давай, братан, пока. Давай, пока, Андрей Шарыпов. Ага. Удачи тебе. Ну, ищи, кто тебе понравится. Переключай дальше. А ты слышишь, ты русский, да? Писал? Да, я русский, да. У меня все руки нет. А чё ты заржал-то, брат? Ну ладно, ладно. А ты кто, хохол? Ну? О, блядь. Что? Да, я просто спросил русского. Ну, а ты хохол? Что значит хохол? Что это такое? Ну, хохол, украинец. Кто там? Ты кто по национальности? Давай без этого, без хуйни вот этой твоей. Нет, без твоей давай хуйни. Я же не сказал Москва, я говорю, ты русский? Ты говоришь, я русский, да. В чем проблема? Ну, а ты мне как сказал? Ты думаешь, это уважительно? Я тебе говорю, а ты хохол? А что такого-то? Я русский, а что плохое? Хохол? Негр, что плохого? Ну, на школе учили, негры да, есть. Да, ты петух. Есть негры, есть хохлы, слышишь, есть немцы. Слышишь? Там, ну, всякие разные. Ну и что? Я говорю, Андрюша, ты петушок. Mm-hmm. А ты что, типа, любишь мужиков ебать? Да не то, чтобы я прям в экстазе от этого, но пару раз пробовал, неплохо было. Ну ты петух. Слушай, тогда. Мне не нравится. Мне такая фигня никогда не нравилась, я такой не приветствую. Мне ваши не нравятся. Ты гетеросексуал, да? Сосал? Ну, типа, мне тёлки, да, больше нравятся, брат. Я понял. Ну, бывает, всякое бывает. Ты бубен, походу. Ну что ты меня пытаешься унизить? Ну что ты, ну Паша, ну блин, братан. Паша. Окей.
Ну что ты как бы, я старый ну, человек. Мы уже попрощались с тобой, негр. Так что давай, извините, негр. Подключай, Андрей. Давай, удачи тебе, давай. Извинись. У тебя у Хохляндии там, наводи порядок. Интеллигент. Ай, бля. Андрей Шарыпов, действительно Андрей Шарыпов. Ну что это за кризисный актер, я не пойму. В каком-то порожняке снимается. Внимание, фильмы сейчас, фильмография. Кинотеатр.ру. Уж извините, но Андрей Шарыпов нигде за рубежом просто неизвестен. Так, актер. Крымский русский. Что за хуйня? Театр с 2017 года. Минитический драматический театр. Красноярский ТЮЗ. Нижнетагильский драматический... Не, я вообще думал всегда, что актеры театра... Это интеллигентные люди, типа, как это сказать? Ну, видимо, не все. Ну, зачем я так обобщаю, тоже вопрос. Хорошо, по законам, фильм «По законам военного времени. Враг за спиной». Смотрим. А, ну это про Вторую мировую. «Выживший дед». Плейлист волонтера. «Бродяга». Плейлист волонтера. По мотивам одноименного романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича. Короче, что-то... Ольга 5. Вот фильм. Вот такой фильм. Ольга 5. Ханыга. Он играл роль Яка Ханыги. Яка зараз ситуація з майстро? Дико чекаю, коли повернуть. Ситуация в том, что я разговариваю с поддержкой, которая мне крутит яйца, вот если вкратце. Я пытаюсь выяснить за что, а они мне крутят яички. Просто вот так взяли два яичка вот так и крутят их, блядь. Ну это типичная корпорация, которая никогда тебе ничего не скажет напрямую. Тест на верность, золото 2. Слушайте, он за последние 4 года снялся в, блядь, 20 проектах, нихера себе. Ну это все в основном какая-то хуета. Ну поэтому он и сидит в чат-рулетке, потому что... Леонардо Ди Каприо я здесь не видел. И Кембербетча тоже в чат-рулетке не было еще. Может быть просто не попадал. Дольф Лунгрен тоже не попадался, странно. А Андрей Шарыпов попался. Вот тут голые фотки его, ну и маленький член у тебя, конечно. Андрей, ссал? Ладно. Влада чепуху видел? Тоже за чепуху бан на полчаса, братан. Ты не думаешь, что я тут шутки шучу. Дима, здорово. Надо субординацию соблюдать, малыш. Чепуха у тебя папа. Понял твой? И вот чепуха тоже. Я не могу общаться, пока ты себя не покажешь. Странно просто с кепкой разговаривать. А ну давай, вываливай. Че ебанутая собака волосатая, вообще берега попутала нахуй. А ты че прячешься? Ой, блядь. Давайте, ребята, взрослейте. Набирайтесь с ума опыта. Сука. Блядь. Тоже. С тупчиком разговаривать придется, блин. Здрасте. Ну, стример. Да, очень известный, кстати. В Украине стример. Ну да. А, понятно. Ну тогда, к сожалению, диалог не удастся. Не, это потому что я не хочу. Потому что вы, ну, вы стримите. А что тебе бояться-то? Интернет забывает все быстро довольно. Ну нет, наоборот. А у тебя есть какие-то слова, которые не стоит говорить публично или что? Ну, на стриме нет. Странный страх, конечно. Я как вообще в стриминг пришел? В принципе. Снимали порнографию одну в троллейбусе. Ну, типа паблик секс, понял? Я просто сидел на фоне, типа, и, ну как, вот наблюдал. И в комментариях на порнхабе написали, что нормальный кент. Я это увидел, как бы, и подумал, что стоит попробовать стриминг. Нет, это понятно, если бы вы бы видео бы записывали, вы могли бы скрыть мое лицо, а так как бы, ну... Ну, я мог бы сказать, что скрою, но по факту не скрыть ничего. Так
такой вариант. Ну, просто стрім. Такий варіант є. Мені нещодавно виповнилося 18 років. Буде дуже приємно, якщо ти даси декілька порад. Паперовий, 22 гривни, 18 років. Ну, 18 ще рановато, як би давати поради. В 18 років ти просто смотриш, типа, і, ну, наблюдаєш і присматриваєшся к житті. Тут ще рановато щось давати, якісь поради. Ну, для мене зараз, обрачуваясь назад, 18 – це не то, що піздючество, це прям, ну, це немовля, считай, понимаєш? Це ще не сформірований чоловік. Не бойся рискувати, от що. Ну, я не в плані героїн в пах колоть, метадон. Вот, а именно те 18 лет вообще бояться нечего, в основном. Ну, только отчисление из вуза разве что. И то, блядь, похую, вообще похуй на все, типа. А, общайся с людьми, занимайся делами, не бойся рисковать. Потому что чем дальше ты будешь расти, тем больше будет стоять на кону, понимаешь? Вот, поэтому 18 лет в этом плане именно идеально для какого-то охуевшего стартапа, знаешь, там, заняться гитарой, блядь, заняться барабанами, купить Роланд, там, как-то украсть, не знаю, начать битмейкинг делать, увлечься программированием, знаешь, вот такая хуйня. Если есть авантюра какая-то, подписывайся, ну, если она безопасна для жизни, то, в принципе, нормально. Если у тебя есть какой-то сейчас, допустим, план, и ты такой, блядь, ну я там, я не знаю, я не уверен. Да делай, забей хуй просто, сделай, если тебе хочется. Потому что в 18 лет тебе особо нечего терять. И чем дальше, я говорю, тем будет больше, типа, всяких якорей, которые тебя держат, понимаешь? Там. Всякие там женщины, всякие, всякое имущество, вот это все. Пока ты бич, студент, тебе вообще на все насрать. Ну, учись в универе, старайся получить образование какое-никакое. Ну и да, и не бойся ничего, правильно? А, так вот. Ебать, я кайфую с этого трека, блядь. Я броня, тягни біду, дріб'язок, якщо я помру. Блимати вже пізно, бо підземка затягне на дно. Про як я помру, не тягни біду, дріб'язок. Блимати вже пізно, бо підземка затягне на дно. Бездіяльно проводимо час, п'ємо пиво, хтось працює на роботі за нас. Хтось вважає. Хтось заважає сусідям по хаті, сорі, я варю ширіва похмуре прямо в ліжко. Як завжди, година друга, віддаляються помало руки темного криміналу позаду, коли був зв'язок з хвойдами п'яними. Прошив цю мить, як пити пиво з рання в понеділок. Дуже дякую за напитні слова. Та базарчик, братан, ти приходи сюди почаще. Буде тобі контент. А, кстати, заводить друзей в 18 гораздо проще, чем 26. Это так тебе совет тоже. Поэтому общайся как можно с большим количеством интересных людей. И это пригодится потом. Ну, типа, чем сидеть в Dota 2 играть, лучше пойти погулять с кем-то новым, знаешь. Здравствуйте. Здрасте. Как ваши дела? Да пойдет. О чем общаетесь? Да так, обо всем. О женском нашем, насущном. Ну да, согласен. В доту играешь? Нет, вообще не геймер. От слова совсем. Компьютер просто в течение рабочего дня настолько надоедает, что вечером мне дома не особо хочется, как бы, за ним сидеть, но приходится. Порнушка с женой монтируешь, да? Нет, не первое и не второе. А что второе? Зачем монтировать не с женой и не монтирую? А. Хоум-видео типа на Pornhub? Нет, не интересует. Секс? А, секс с женщинами не интересует? Нет, не интересует видеофиксация данного процесса и тем более изливание его в общие массы. Жалко, что ли?
Да нет, у меня память хорошая, я как бы и так все запоминаю. А, жена некрасивая, наверное. Сколько из 10 твоя жена вообще? Ну, во-первых, у меня жены нет. Ну, девушка. У меня девушка. Девушка. Дедушка. Ну, для меня 10 из 10. А по каким критериям вообще? Ну вот, внешние данные, наверное. Фигура, ум, интеллектуальность. Все. А задний проход, как у нее вообще? Ну, бэкдор. Ну, типа. Не знаю, она не жаловалась. На твой, да? Ну, в принципе, да, я у нее первый. Угу. А можешь позвать, посмотрим вместе? Я тоже могу. Нет, рейд, типа, она сделать. На работе. Она на работе. Не могу ее позвать. Так поздно на работе? А, проститутка. Нет, фармацевт. Круглосуточной аптеки. Я понял. Лирику можешь пробить или нет? Что могу пробить? Лирику. В каком плане пробить? Ну, я думал, вы упарываетесь, раз она фармацевт. Приобалин. Нет, у нас запрещенные препараты, они запрещенные. Трамадол. Без понятия, что это такое. Да не пизди. Что, жена фармацевт, и ты не знаешь, что такое трамадол? Нет. Нахуеть просто. Ну ладно. У меня другая сфера деятельности, поэтому какая? Фармацевтикой я не особо увлекаюсь. То есть ты программист, да? Нет. Я не программист. Я механик. Типа инженер, да? Нет, я механик по автотранспорту. Понятно. Да пиздит, блядь, гидазепам реально типа полблистера в день спокойно заходит. Как это, девушка-фармацевт и не попробовать пригабалин никогда. Ну это вообще... Что за хуйня, блядь? Невозможно. Ну это из области фантастики. А насчет донатов, кстати, вообще ноль продвижения. 21 минута, я уже все, я не могу, блядь. Как дышать забыл, надо вспомогательный донат. О, один с грин 80 копеек. Нормально, паперовый. Спасибо. Сразу прям жизнь появляется, ебать, в моих жилах. Понимаешь? Ебать его в рот. Спасибо. Найс. Продолжаем. Не обращайте внимания на дебила старого.